Мне понравилось, что действительно очень щедро и много информации. И я действительно нахожусь сейчас в такой стадии ее переваривания. Я вот конспектирую лекции, уже три законспектировала. Как-то у меня все укладывается, укладывается. Для чего я пришла? В моей практике люди приходят также и вот с запросами на какие-то сексуальные дисфункции. И мне хотелось вот свой базовый курс, который я получила вот в РУДН, как-то углубить и расширить. И посмотрела топ учреждений образовательных, которые оказывают такие услуги, да, вот по обучению. Выбрала, и я ни капельки не пожалела, потому что я тут получила все, что хотела. Узнала о себе очень много нового. Уже с мужем обсудила. В общем, процессы пошли везде. Такие процессы, скажем так, позитивные, какие-то прогрессивные, вдохновляющие. И мне кажется, это даже вот самая большая ценность, которую получила для себя лично. На профессиональном уровне тоже все так вот потихонечку, да, устаканится, переработается и так далее. Я думаю, что я не последний раз присутствую на ваших вот вебинарах. У меня есть потребность прийти еще. Мне понравилось. Спасибо вам большое. Василиса, спасибо. Как приятно слышать ваши слова.